Здесь пройти нельзя нашим домам. Но в налоговую идут, домой идут. И что, люди, посмотрите, что это все не высохло. Тротуар от дома номер 51 по улице Промышленной до торгового центра «Вертикаль» больше напоминает болото. Добраться до дома или соседнюю налоговую службу можно только вброд. И такая ситуация каждую весну или после дождя. Жители устали. На протяжении 4 лет мы пишем во все инстанции, стучим во все двери, но, к сожалению, ливневой канализации здесь нет, и решения данной проблемы как таковой вот в течение 4 лет и нет. Дело в том, что когда в последний раз дорожники ремонтировали тротуар, то не подняли его уровень, поэтому на участке постоянно скапливается вода. На последнем сходе граждан и представителей общественной организации было решено собрать подписи на имя главы Засвияжского района на ремонт. Жители поддерживают и общественники. По их словам, будет образована инициативная группа, которая и будет общаться с властью. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.